Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня такой замечательный воскресный день. Один из тех дней, когда мне никуда не надо торопиться, мне ничего не надо делать. А когда у меня есть такой день, что я делаю? Я сижу и копаюсь в телефоне, ищу рецепты, которые я раньше никогда не пробовала. Ну что поделать, люблю готовить, люблю пробовать что-то новенькое. И сегодня напоролась на такой рецепт маринованной редиски. Вообще редиска очень полезный продукт. Тот, который вообще надо почаще использовать в нашем рационе. И вот такой вот интересненький рецептик. Вот у меня баночка здесь и 250 грамм редиски. Мы ее нарежем, уложим в баночку. А дальше нам надо будет приготовить маринад. А маринад очень простой. 125 миллилитров воды, 125 миллилитров 5% уксуса. Вот здесь я уже смешала соль и сахар. Все по одной столовой ложке. Также берем только один лавровый листик. Лаврушка. Да, вот так по-нашему лаврушка. Один листик лаврушки. И несколько черного перца горошком. Вот это все убираем сюда. А вот это то, что я перечислила, то есть вода, уксус, перец горошком, соль с сахаром и один лавровый листок у нас пойдет в кастрюлечку. Мы это все доведем до кипения. Потом нам на это все надо будет остудить и нашу редисочку этим всем залить. И вроде бы как через 24 часа ее уже можно будет кушать, пробовать. И мы с вами попробуем, то есть я попробую, я попробую, потом с вами поделюсь, как это вкусно или нет. Хорошо? Будем пробовать нашу редисочку. Вот она какая красивая стала, розовенькая. Честно скажу, замечательный маринад. Редиска получилась супер. Особенно было бы хорошо под всеми любимый белый напиток. Пара, дополнений, хочу сказать, к этому рецепту. Вчера, когда я вам сказала, что надо вскипятить маринад и остудить, и потом залить, хочу немножечко clarify. Как это по-русски? Короче, сказать, что не надо ждать, прям, чтобы он полностью остыл. Но вот до такого момента, что если палец можете внутрь засунуть, да, он уже не такой прямо кипяток горячий, можете сразу заливать. Не ждите, чтобы полностью остыл. Это номер один. Номер два. Очень вкусный маринад, честно скажу. Но если вы не хотите настолько сильно уксусный вкус, вот настолько сильную кислоту, добавьте 100 миллилитров 5% уксуса за место 125, как в рецепте было указано. Хорошо? Но это если вы не любите так уж прям много, как сказать, кислоты. Если вы любите, то 125 уксуса и 125 воды просто идеально. Я честно скажу, от этой банки, наверное, за 2 дня ничего не останется. Очень-очень-очень вкусный маринад. Очень вкусная получилась редисочка. Рекомендую.